Приехала я в центр. Глядывайте на мой голос. Тут такие магазины у нас самые дорогие. Но сейчас сейлы везде. Можно куда-нибудь и заглянуть, что-то посмотреть. Шла из Зары, ничего интересного для меня. И вот смотрите, сколько народу. Это каждый день не в Манчестере, а вообще везде по Англии. И вот народу всегда очень много. Это сегодня среда. И независимо от того, что выходной, это не выходной, сейлы, не сейлы, всегда много народу. И мне очень удивительно, когда смотрю американских блогеров, заходят в магазины и продуктовые еще какие-то, и там пусто. Это так необычно. Лида, что заказала? Хватит болтать, ага. Рассказывай. Хорошо. Что заказала? Салат? В какую сторону? Сели поесть в кафе. Марк энд Спенсер. Сверху центральная шопинговая улица. И ему тоже привет. Мужья покоя не дают, звонят и звонят. Ты камеру пробуешь? Вышли на шопинг. Какую камеру? Нет. Что заказала? Расскажи. Так, roast chicken, жареный, летис, жареная курица с салатом. Курица, салат, бобовые всякие. А у меня тоже салат, холодный, кстати. Холодный, у тебя тоже салат. Да, с сальмоном. С рыбой. И растащила нас на вкусняшки. С чаем. Сегодня у нас диеты нету. Нету, не будет. Диета начинается с завтрашнего дня. Может, с понедельника, со следующего. Только какого года? Покажись. А, можно вот такую. Английские шляпки. Очень здесь популярно. Их носят на всякие торжества. Лиди, все идет. Давай, надевай другую.
Ой, какая красота. Слушай, вот эту бери. Пером. Бери. Слушай, классно. Вот так вот. Вот так вот. Сочетание. Хорошо. Надо посмотреть. У тебя платье синее, да? А? И платье, платье синее. Ну, вот это вот то, что я на самом деле делаю. Такое или чуть-чуть? Ну, да, или белую, наверное. Цветом. Он с перьями. С перьями, или да. А вот тоже с пером. Ну что это здесь перо и бантик отдельный. О, класс. Смотри, какие таблетки. Перо от ворона явно. Слушай, мадам Брошкина. Мадам Брошкина. Опс. А вот волнистая какая шляпка. Тоже с таблеткой. О, вот это элегантная. Класс. О, красиво. Лида, супер. Нам надо этот, на скачки надо, чтобы шляпки... Скачки уже прошли в следующем году, да. Скачки уже были, когда они... В мае, по-моему. Ой, это идет. У тебя все идет. Любые это шляпы. У нас этот самый. Видео снимать? Она уже включена. А, включена, да? Да. Так, Ирина. Брошкина. Не, не Брошкина, очки хорошие. Да, шляпка тоже, только чуть не вот так ниже одеть. Вот так, чтобы она видна была сверху. Очень красиво. Не, очки прикольные. Идут тебе, да? В зеркало посмотри. Я уже смотрела. Красивая. Ну, красоту ничего не изменишь. Не испортишь, не изменишь. Изменить можно. Еще у нас один магазин закрывается в центре. BHS. Все распродается по 50%. Но цены здесь, конечно, были неоправданно высокие. Не сказать, что очень хороший ассортимент был. Сковородки. Где цена, не видно. У нас же хорошие вот эти керамические, мне очень нравятся. Беленькие, но мне не нравятся вот эти острые носы у них. Я однажды купила с закругленным носиком. Ножи до сих пор я не пользуюсь, очень удобно. Это я обычно тыкаю пальцы. Вот такие тапочки. Для деток. Да, аж 70%. Но они обычно цену поднимают, а потом пишут, что это офф. Не сильно-то стремятся снизить цену, когда распродаются магазины здесь. Ну, кое-что можно найти, конечно. Светильники еще остались. В общем, давно уже распродаются, уже мало чего осталось. Интересный светильник. Очки. Ого, 195 был. Сейчас 97,50 сделали. Вообще светильники в Англии очень трудно подобрать, найти. Они очень такие стандартные, и как-то у нее дизайн мало меняется, практически не меняется. Вот эти вот бра всегда вот такие вот глухие. Вот это вот что-то интересное с лампой. А так однотипные, неинтересные.
Смотрите, как красиво сделали. Маши ручка. Проехали уже. Поздно. Поздно пить большой. Так, еще надо приехать. Вода продается. Вода? Или бутылки? Вода, да? Попил, назад поставил. Есть вот что я купила на сейлах. Нужна мне была одна простынь. И в Марк энд Спенсере очень хорошие скидки в этом году. ХБшная она. Была 17 фунтов. И на распродаже за 7 я ее взяла. Так, немножко тряпок, это все на заказ практически. Вот купила, у нас распродается магазин, тоже закрывается почему-то. Так, где? В общем, детская одежда стоила вот это вот две рубашки, где вторая? Вот такие две рубашечки стоили 6 фунтов за 50%, за 3. И к ним же штанишки тоже за 50%. Такие. Такая детская одежка. Так, это нижнее белье. Тоже распродажа очень хорошая, очень дешевые цены в Марк энд Спенсер. Вот 1,5 фунта всего. Трусики набрала. Тут всякие. Потом очень лифчики. Тоже дешевая пара лифчиков. Пушап. Сколько они? Вот. 10 были. Нет, были 18. Первоначальная цена. Две штуки в комплекте. За 6 фунтов. Очень дешево. Хорошее качество. Марк энд Спенсер мне нравится. Дальше. Так, это у меня тоже Марк энд Спенсер. Этот сколько? Тоже что-то дешево. Зеленый, правда. Что-то он 3 фунта, по-моему, стоил. Тикетка отскочила. А, вот он. А, нет, 5,50. Нет, 3,49, да. За 3,49 взяла. Стоил 12,50. Вот этот зеленый лифчик. Дальше маечка. Это я все дочке. В подарок в Next. В Next тоже сейлы, вот была 10 и за 4 фунта. Так вот. Она внизу как двойная. В общем, места, как сказать, ну, в общем, прокладка двойная для груди сделана. Потом ей же купила сарафанчик такой летний, легкий. Такой тоже в этом в Next. А нет, Марк энд Спенсер. И вот тоже он стоил 15. Был 15 и за 5 продавали. Так вот. Рюгонький. Ой, еще один лифчик. Ой, забыла. Вот этот еще лифчик взяла. Тоже дешево совсем. Тоже Марк энд Спенсер. Был он 12 и за 3 фунта всего. Так вот. Можно с черными трусиками, с беленькими носить. Так, вот такую маечку взяла. Тоже в Next. Next. Была 14 за 6. Очень хорошая. 100% хлопок. Котон. Здесь такая на боку. Завязочка оригинальная. Вот. И еще дочке взяла такое платье. Не знаю, понравится или нет. Не понравится, сдам. Вот. 10 фунтов. Был 32. Тоже в Next. Из Next. Такая на резинке. Такое платьице коротенькое. Такое вот. Вот такой мой улов, как говорится. Еще витаминки себе взяла. Витамин D. Мне не хватает. Доктора говорят, солнце надо больше принимать. И как раз сейл был в Холланд энд Барретс. Они за 1,5 фунта взяли за эту штуку.